Другим темам. Президент Рустам Миниханов сегодня встретился с ректором Российской академии правосудия Валентином Ершовым. В ходе беседы обсуждали вопросы реформирования образования, подготовки квалифицированных кадров для судебной системы и планы дальнейшего сотрудничества. Российская академия правосудия считается одним из ведущих правовых вузов страны, а Татарстан один из немногих, где открыт ее филиал. Затем президент провел совещание на Танекко, где обсуждали дальнейшее строительство объекта. На предприятии уже переработано более 2000 тонн нефти. Продукция поставляется на Нижнекамск нефтехим. Уже в Елабуге Рустам Миниханов провел совещание по развитию особой экономической зоны Алабуга, но прежде запустил вторую очередь строительства. Осваивать предстоит порядка 1000 гектаров земли. Заборы уже возведены. Это позволяет запустить процедуру свободной таможенной зоны.